Всем добрый день. Это видео будет посвящено ошибкам в трактовке техники, которые люди бывают смотрят по видео и трактуют своими какими-то тараканами в голове. Вот об этом мы сейчас поговорим на примерах, а также поговорим об уколах, не о всех подробностях, поскольку это не для интернета, да, но поговорим об обозначенных направлениях, в которых нужно двигать и в которых нужно двигаться и думать. И также о том, когда грудь едет в долину, в плане как шкаф, скажем так, ну, буквально как шкаф вот, идет вниз. Это, как уже было говорилось до этого, в случае какого-то карвинга, даже метрасы, грудь, она не стоит на месте, но она вкладывается в повороты, или лучше сказать, в прогрессии определенным образом, совершенно не так, как это делают начинающие чайники. Все чайники, не обижайте на меня, просто так вот проще говорить, чайник и все. Так легче думать. Итак, для начала, вот у нас сейчас тут есть видео. Сейчас будет видно. Я покажу, как выглядит еза со стороны и как выглядит от первого лица. От первого лица вы видите очень серьезную нижнюю разгрузку, которую чайники обычно, смотрящие подобного рода видео от первого лица, трактуют как езда в раскоряку. Итак, посмотрим, как на самом деле это выглядит со стороны. Мне кажется, и я просто уверен, что подобного рода вещи нужно показывать, нужно выявлять, поскольку чайники, их количество абсолютно больше, и они очень сильно любят горлопалить в интернете. И в итоге они пудрят мозги тем людям, которые ищут какой-то правды, какой-то истины. Итак, вот мы сейчас на фильм, как у нас включен, это The Sign Movie. Значит, спортсмен высшего класса, Вирадера. Сам Антон. И сейчас мы увидим со стороны спуск и также тот же самый спуск от первого лица. Надо сказать, что как раз таки спортсмены везут очень хорошо рампу. Вот некоторые могут говорить о том, что я какой-то там глупости отвечаю, там, может быть, да, есть всяких там хватает специалистов, да. Вот, я говорю, что в момент обучения я говорю о том, что нужно научиться пользоваться рамкой. Это первое, с чего начинается. Я даже возьму сейчас, сошлюсь назад, покажу, где это написано, мы сейчас прямо с вами поищем. Что начинается с того, что грудь везут вниз долину. Но это не потому, что ее там удерживают. Абсолютно нет. Потому что если ее пытаться удерживать, у вас включатся все закрепощения. Итак, ну-ка посмотрим тут. Прям поищем. Так, рамка. Вот, альпийская стойка. Так распределили биомеханические рычаги в теле человека. Рамка, шестиугольник, прицелы, лыжные палки, как индикаторы для начала инициации поворотов. В общем, начинается рамка. Вот здесь также есть верхний пояс, рамка связи и реакция суставов с постановкой укола, реакция на опоры. Так, в других местах у нас тут про рамку ничего не сказано, да? Окей. Итак, начинается все с рамки. И только после того, когда человек правильно освоил, когда он ее везет хорошо вниз, саму рамку, а никакое не тело.
Попытка вести тело – это вообще закрепощение сумасшедшее. Везутся суставы. Но сейчас вот мы вернемся к видео. Так, и посмотрим. Обращайте внимание, насколько рамка состоит из плечей, локтей, запястья. И также могут входить туда коленные суставы. Принцип такой. Сейчас покажу, что такое рамка. Просто нарисуем. Рамка это. Так. Ну ладно, я, наверное, на лыжнике приведу пример. Ja, der Björn ist der beste Kumpel, schon seit Jahren, und wir Сейчас вернемся на кромки. Итак, вот, кстати, говорят, первого лица. Про ту самую раскоряку, как некоторые думают, что это раскоряка. Смотрим. Что это? Это колоссальная низкая разгрузка. Смотрим, как со стороны. Ног под себя, да? Это не выстреливание наверх. Потому что выстреливать наверх – это начальный уровень чайникоедства. То есть чайники так ездят, да? Вне трассы никто вверх не выстреливает. Все стараются ехать именно с нижней разгрузкой. Смотрим дальше. Укол. Везет рамку. Постановка опоры. Укол дальше пошел. Все делается вокруг укола. Австрийская школа – это именно самая лучшая школа относительно штокензас, это техники уколов. Вот мы здесь видим колоссальное владение уколами. Низенько, как он коленочки подогнулся, с ним говорит. Вот низко выходит. Ноги выходят вниз. Про рамку я хотел сказать, да? Ну, если может быть не идеально, но я все-таки нарисую. Рамка. Рамка это. Рамка состоит из два плеча, два локтя, которые обычно здесь, два запястья, коленные суставы. Технически почему называется шестиугольник? Вот почему. Два плеча. Два локтя. Два запястья. И этот у нас шестиугольник называется. То есть здесь мы видим плечи, это у нас голова, соответственно, вот у нас руки, это называется рамка. Также существуют еще колени, которые работают в связке с рамками. Как это происходит, я не сейчас для интернета не буду объяснять, потому что это закрытая для интернета информация, но сам принцип, то есть
Вот здесь у нас видно. И в этом случае можно почитать: работа локтей, плечей, предплечий, принципы совмещения определенного места, именно места, не сустава, именно места. То есть сустав, он как бы круглый, условно говоря, и у этого сустава есть разные места, принципы совмещения и так далее. Так вот, в этом случае рамку действительно везут вниз. Да? Вот, но в случае с каррингом эта рамка, она тоже, кстати говоря, везется, но уже вокруг она может поворачиваться относительно долины. Таким образом. Ну, сейчас продолжим просмотр немножко фильма, может быть, я что-то поясню где-нибудь. Какие-то секретные вещи я высказывать не буду, потому что я знаю, это потом сразу тиражируется и незачем. Вот здесь, кстати говоря, на видео видно, как они колоссально везут рамку, да, в принципе, сколько я помню. То есть едет рамка. Здесь вот она. Так, 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 так. Все происходит вокруг нее. Все происходит вокруг нее. То есть никакая не грудь. Грудь — это не вообще разговор, не про то. Все вокруг рамки двигается. Попытка ввести грудь в долину приводит к закрепощению всей системы абсолютно. Вот у нас тут хорошо, я сделаю такой стопик. Да, и вернемся мы к обсуждению этой рамки. Что-то у нас такое здесь непонятное. Окей. Так. Еще раз. Два плеча. Два локтя. Два запястья. Это называется рамка. Грудь здесь абсолютно свободна. Вся система, в том числе здесь, паху, абсолютно свободна. Существуют также еще и здесь коленные суставы, на которых ставится фокус внимания. И в этом случае мы получаем систему. Сейчас вот я покажу биомеханические принципы. Мы уже начинаем видеть формулу биомеханика. Ну-ка, давайте-ка попробуем. Механика. Окей. Ну-ка, посмотрим. Тут несколько не то. У нас, я сейчас наберу в спорте, попробую. В спорте. Ну вот здесь мы уже начинаем получать то, что, собственно говоря, нам требуется. Вот здесь, видите, то есть у нас есть суставы определенные и точки. Теперь мы возвращаемся. Теперь понятно, да? И теперь мы вернемся к этому принципу. Вот мы здесь, собственно говоря, имеем эту рамку. Вот как и работать и так далее. Я немножко сейчас уже до этого озвучил. Полная информация, позволяющая действительно ей управлять, озвучивается и поясняется во время обучения. В этом смысле сейчас сошлюсь на сайт omegaski.com, как часы и омега, потом ски. Телефон вы тоже видите. И теперь мы вернемся к видео. Так. В этом смысле
рамка едет вниз. Это понятно, да? Вот, кстати говоря, сейчас будет видно, как происходит. У него колени будут сжать наверх. Рамка у него при этом сейчас. Он так руки поднял, потому что в действительности он сейчас окажется на высоте, и весь низ подъедет кверху. Да? Смотрим. Вот, начинает заезжать. Рамка стоит. Рамка едет, как улетая. Оп, видите? Вот, рамка все продолжает стоять. Сейчас я еще раз сошлюсь. Итак, два плеча, два локтя, запястье повернуто определенным образом. Они вращаются вокруг своей оси, что влияет на цепные передачи. Здесь я хочу стрелочку нарисовать, как бы, да? Я, например, вижу, что происходит здесь. Здесь тоже определенным образом запястье. У него вектор вперед в данном случае стоит. Здесь у него так рука стоит, потому что он подтягивает эту лыжу, чтобы она в результате сюда пошла. То есть выехала, да, с того направления в это направление. Вот. Локти. Коленные суставы, да. Коленные суставы в данном случае приезжают к груди сами. Фокусы внимания на них достаточно острые. Как работать с фокусами внимания, как описываются они, как они запускают, не нервную систему, а систему переживаний корректно, да? Об этом на обучении. Это тоже довольно-таки секретная информация. Посмотрим дальше. Оп, рамка также продолжает стоять. То, что там видите, что у него руки опускаются, это может разрушать ваш сабон, что она там, вот, рамка там как-то изменилась. Ничего рамка не изменилась. Все суставы как ехали вниз, так и едут. Я понимаю, что это как-то не соответствует каким-то мыслям в голове. Ну как же, они руки двигаются? Нет. Суставы едут вниз. Смотрим дальше, что здесь. Вот, кстати говоря, хороший момент. Обсудим немножко, как бы, да, вот бывает от первого лица, думаю, что тут там куда-то там руку заворачивают, в смысле там отворачивают от склона от кого-то, потому что, дескать, руку видно на видео, да, вернемся, сейчас обсудим, кстати говоря, один из способов. В данном случае, ну, я сначала немножко, как бы, покажу, чтобы все видели, что все в порядке, чтобы хорошо едет человек, это, да, уж так уж. Вот. Все делается через укол. Но мы вернемся к тому моменту, который я хотел показать. Вот этот момент. В данном случае, кстати говоря, идет работа с рамкой. И обычно, когда камера крепится на груди, то в камеру будет видно кулак. Камера, допустим, стоит здесь. И вот в этом случае кулак будет виден. Будет виден. Итак, вот рамка. Два плеча. Два локтя, два запястья. В данном случае форвардная рука
Nice. Также форвардное колено. Также форвардный локоть. Те люди, которые едут слалом, знают, что вот эту часть, сейчас я нарисую какую, бывает, направляют вешку вектором. Что имеется в виду? Локоть и запястье, вот это вот место. У нас, допустим, стоит, и вот направление у нас, сейчас я направление нарисую, и, допустим, у нас будет стоять вешка так. В результате, как бы, мы должны не так проехать, да? То есть понятно. Вот. Так вот. Это один из способов управления этой верхней биомеханической системой. Рамка стоит вот это место. Сейчас я его нарисую, какое место. А оно стоит на месте, как у Литвы. Вот это место. Оно стоит на месте. А вот эта вот система, она может двигаться. Вот таким образом. Поэтому ее можно иногда увидеть в камеру. Вот. Здесь в данном случае некоторые трактуют это как якобы широкая стойка. Ну, это чайники так трактуют. Да? Я на них ссылаюсь, потому что интернет-форумы в том числе просто полны именно чайниковских рассуждений о технике. Абсолютно бредовых. Ну, в данном случае, я думаю, видно, что нет никакой тут раскоряки, да, есть абсолютно загруженная лыжа, вот она. Она является последствием того, что вот эта вот нога поднята вверх, и она фактически не скользит, она как будто бы на ребре парит. И именно поэтому мы видим такой, как бы, внешняя лыжа в данном случае загружена как бы за все две сразу, так скажу. За все две сразу. То есть абсолютно загружена. Продолжим. Вот она. Сейчас будет укольчик у него. Укол и только потом переход. Смотрим дальше еще, что интересно. Вот, кстати говоря, с нижней поворот, с нижней разгрузкой. Сейчас будет. Не вот, сейчас он зеленый. Вот. Оп. Вот эта рука в данном случае, она фактически будет напротив камеры, если будет съемка с груди. Укол. Нижняя разгрузка. Здесь вот видно, как человек заходит, встает как бы вот на эту ногу. А это лыжа так. И, внимание, сейчас я сошлю сколько-то. Значит, от первого лица у него будет так называемый, как некоторые считают, раскоряка, нет ее там. Но я это записывал на предыдущих видео, ссылаясь на свои. Да? Там будет такое некое подплуживание, как я говорю. Но это не подплуживание, это плуг будет такой, как вы видели. Вот он. Это видно, да? Вот так вот, если быть точным абсолютно. Так. И потерял курсор. И вот так. Извиняюсь. Вот так, да? Вот видно. Эта нога как бы встает на нее. Грудь видно как, да? Это можно... Сейчас я сошлюсь. Прям попробую показать.
Вот она. Сейчас. Вот этот тот самый момент. Оп. Видно было, да? Вот я только что встал на эту ногу. Еще раз. Хоп. Вот встаю. Да, и теперь сошлемся сюда. Понятно, да? Я как бы здесь, в этот момент времени. Но он уже поставил, я ставлю то же самое, все. Выходишь. Здесь то же самое, только с другого вида. Сейчас мы ждем того самого зеленого лыжника. Все делается через укол, абсолютно вокруг него все. Принцип австрийской езды, вокруг укола все. Только чайники считают, что палки не нужны. Палки нужны, нужно уметь ими работать. Вот, оп. То есть ты как бы выпрыгиваешь, получается, из снега, смотрим. В таком случае, вот, раз. Оп, выпрыгиваешь буквально, видно, да, такой прыжочек? Сейчас я XXX помимо сделаю. Вот. Укол. Опа, как выпрыгнул, да? Вот она. Вот таким образом. Окей. Сейчас мы включим нормальный плей. Помню, как-то его сделать побыстрее, но да ладно. Хорошо, ну, в принципе, я думаю, что этого достаточно, по большому счету, да. Вот, думаю, что все вопросы о грудь в долину, когда это надо, когда это не надо, в разные стили и так далее, теперь, я думаю, прояснены. Также рассказал про рамку, что такое. Не рассказал, правда, как ее управляют, но показал как бы принцип определенный. Вот. Ну и также вот третьего лица пояснил, что такое нижняя разгрузка, как это выглядит, как чайники трактуют представленную технику, называя ее скорякой. Всем привет! Подписывайтесь на видеоканал. Видеоканал на YouTube сейчас посмотрю, как называется. Называется «Инструктор Астрия». Вот здесь вот сейчас я вам покажу, как выглядит. Так. Вот так вот выглядит. Здесь «Инструктор Астрия», да? Пожалуйста. И желающие могут записаться на обучение amigaski.com. Пожалуйста. И до новых встреч. Спасибо всем за внимание.